Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео посвящено вот такой туши от фирмы Vivien Sabo. Это тушь-новинка со стволовыми клетками яблока, питательная и объемная. Сейчас я расскажу о ней чуть-чуть поподробнее и посмотрим, какой эффект она дает на ресницах. Вот так вот ярко и красочно выглядит упаковка самой туши. Сама баночка имеет черно-золотой футляр. Тушь имеет силиконовую изогнутую кисточку, довольно приплюснутую. Я такие кисточки, честно говоря, никогда не любила. Эта кисточка меня просто потрясла именно с данной тушью, потому что в паре они работают просто великолепно. Пока я буду красить ресницы, я вам немножечко расскажу о том, что мои ресницы вообще в последнее время стали выглядеть просто отвратительно. Я не знаю, с чем это связано. Они абсолютно не держатся после нанесения любых тушей. Я говорю сейчас об изгибе. И смотрят вниз. И это, конечно же, очень некрасиво. И с тушью у меня вообще в последнее время большая проблема. Для меня вот эта тушь стала абсолютной находкой, потому что она действительно придает объем. Она удлиняет. Она подкручивает, как вы видите, ресницы. И этот изгиб держится на ресницах довольно долго. Что касается, осыпается тушь или не осыпается. Многие, кому даже вот нравится туши Vivien Sabo, вот этих классические кабаре, говорят о том, что тушь осыпается. Дело все в том, что на моих ресницах туши вообще никакие не дешевые, не дорогие, не осыпаются последние, наверное, лет 5. Поэтому по этому параметру тушь судить мне очень сложно. Посмотрите, как растут просто на глазах реснички. И если вы сравните с моими натуральными ресницами, которых вообще практически не видно, то выглядит с тушью они, конечно, просто великолепно. Я хочу сейчас сказать, что ни одна тушь на моих ресницах на данный момент так не работает. Ни дорогие, ни дешевые, ни моя любимая Шанель не дает мне сейчас таких потрясающих ресниц. И также у меня совсем недавно появилась тушь от Marc Jacobs. И она тоже мне очень понравилась, но все равно такого эффекта на ресницах нет. Вот так вот выглядит один слой туши. Он немного подсох, и теперь нанесу второй. В принципе, тушь наслаивается без каких-либо проблем. Поэтому. Но главное все равно в любом случае не переборщить, потому что если переборщите, есть вероятность появления комочков. Я уже докрашиваю второй глаз. Еще раз покажу поближе для наглядности, потому что мне кажется, что лучше один раз на самом деле увидеть, чем 250 раз услышать об эффекте этой туши. Если бы у меня пропали абсолютно все туши, без всякого сомнения, я бы купила вот эту и пользовалась ей бы с удовольствием и не имела нужды покупать какие-то другие туши. Кроме того, у этой туши абсолютно бюджетная цена. Мне кажется, что эту тушь может позволить себе каждая девушка, хотя бы для того, чтобы попробовать. Ну и хочется сказать для тех, кому нравились кабарет от Vivien Sabo, вот это примерно то же самое, только еще с явным выраженным подкручивающим эффектом. Так что очень-очень вам советую, особенно любительницам кабарет от Vivien Sabo. Надеюсь, что это видео было для вас полезным, интересным. Мы увидимся в следующих видео. На сегодня все. Пока!